Разрешите? А в чем дело? То есть как в чем дело? Вы нас вызвали на 10 часов, уже скоро 2, а вы нас еще не приняли. Сколько же можно ждать? Сколько надо. Простите, товарищ, но мы в вашей приемной даром теряем рабочее время. Вы обязаны нас немедленно принять? Я, наконец, требую. Ты мне тут не указывай, что я обязан и что не обязан. Зарплата тебе идет, сиди и жди. Он требует. Ваш пост не дает вам основания так со мной разговаривать. Подумаешь, цаца какая. Почему на ты? Кто вам дал такое право? Хм. И потом я не цаца. У меня есть имя и фамилия. Какой шустрый. Я вас вызываю на дуэль. Хм. Да-да. Вы меня оскорбили, мы будем стреляться. Хм. Здесь приходится ждать. Едет. Это здесь, что ли, дуэль будет? Да. Иван Петрович задерживается. Велел начинать без него.